Самон Эйр исполнит главную просьбу пассажиров. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Тиджей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Таджикская авиакомпания «Самон Эйр» с марта будет кормить пассажиров своих рейсов горячим питанием. Об этом журналистам рассказал представитель перевозчика Косим Вализода. По его словам, горячее питание не предоставляли из-за пандемии коронавируса. Такие меры ввели в связи с рекомендацией Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы обезопасить граждан, уточнил он. Независимо от этого, нашей авиакомпанией было принято решение в отдельных упаковках предоставлять питание в виде сэндвичей, пояснил Вализода. Он рассказал, что в Самон Эйр видит недовольство пассажиров из-за отсутствия вкусной горячей еды. Представители перевозчика несколько раз встречались с компанией, которая занимается поставками питания в самолеты. Не позднее 1 марта мы обеспечим все рейсы длительностью более 3 часов горячей едой, подчеркнул Вализода. Напомним, пассажиры неоднократно жаловались не только на отсутствие полноценных завтраков, обедов и ужинов, но и на завышенные и неоправданные цены на сэндвичи. Гневные посты в соцсетях граждане подкрепляли фотографиями, на которых запечатлели еду. На скандал отреагировал председатель Высшего собрания Таджикистана Рустам Эмомали. Он поднял тему обслуживания в самолетах во время совещания, посвященного развитию промышленного сектора и авиационной сферы в республике. По словам Рустама Эмомали, питание и другие услуги на бортах не соответствуют требованиям пассажиров. В связи с этим он поручил соответствующим комитетам Верхней палаты парламента изучить этот вопрос с учетом опыта развитых иностранных компаний и внести конкретные предложения по пересмотру нормативных правовых актов отрасли. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.